все она дороги заметет. Ой, жди, 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 говори, скоро все она дороги заметет. Запряжем-ка мы в сани лошадей, в лес поедем за дровами поскорей. Ой, жди, 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 говори, в лес поедем за дровами поскорей. Послушай меня, я все смогу объяснить. Я ничего не хочу слышать. Руслан, сюда иди. Кричи, пожалуйста, домой. Быстрее! Быстрее, мы идем домой. Амир Нариманович, здрасте. Вы все-таки пришли. Это замечательно. Видите, какой у вас талантливый сын. Я вижу, как талантливо врете. Не стыдно вам, взрослая женщина? Я что-то ничего не понимаю. Да все вы понимаете. Прикидывались учительницей английского языка. Еще врали, что в консерватории английский преподаете, да? Кто, я? Да что вы себе позволяете? Устроили тут песни и пляски. Еще моего сына использовали. Иди домой. Серафима Аркадьевна, простите, мне очень жаль. Ужас какой-то. Что за семья? Амир. Амир, пожалуйста, не злись. Да, я ужасно виновата, что не сказала тебе правду. Но твой сын очень талантливый мальчик. И для него это не просто хобби. Для него это способ выразить себя. Значит, вот они, ваши дополнительные уроки по-английскому, да? Да? А я как лох повелся. Амир, ты слышишь, что я пытаюсь... Нет, я слышу! Я слышу и вижу, что тебе доверять нельзя. И тебе тоже. Ты сына чем учишь, а? Отца обманывать? Значит так, с этого момента, без моего ведома, ни шагу, ясно? Считайте, что вы в тюрьме. Амир... И ты же знала! Ты же знала, что мне это не понравится! Знала? Знала? Что молчишь? А? Знала. В этом проблема. Руслану нравится петь. Что ты говоришь? Хочет петь. Но ты бы ему никогда не позволил петь в хоре. Он что, баба в хоре петь? Настоящий мужчина в хоре не поет. Настоящий мужчина вообще, кроме как кулаками махать, ни на что не способен. А. Так, да? Ты так про меня думаешь? Хорошо. На! Что это? Это сережки. За уважение к мужу. Поехали! «Мамы чемпионов» с понедельника по четверг. Сразу после кино в 21:00 на СТС.